Здравствуйте, дорогие зрители! Кто из нас хотя бы раз не читал биографию знаменитого человека из цикла «Жизнь замечательных людей»? Нам пришла в голову идея продолжить эту серию «Жизнь замечательных животных». Но выяснилось, что героев подобрать к этой серии невозможно, ведь все без исключения животные замечательные, милые и неповторимые. В эфире программа «Эти забавные животные». Мне очень хочется представить вам юнатов, которые выстроились в ряд в надежде побороться за главный приз, о котором я скажу чуть позже. Сегодня с нами играют музыканты группы «На-на». Знакомьтесь, Владимир Фалидов! Его крыса Никанор – настоящий гурман. Она предпочитает обедать в хороших ресторанах и пить алкогольные коктейли. Володя Фалидов! Слава Жеребкин! Его баллонку недаром зовут Умка. С ней всегда можно поговорить на серьезные темы. Слава Жеребкин! И третий юнат – Владимир Асимов. Он необычайно гордится своей кошкой Дашей, которая очень хорошо воспитана. Владимир Асимов! Милейшие юнаты, но только один из вас получит главный приз – поездку в Австрию, в очаровательную Вену, где, кстати, будет возможность познакомиться с обитателями Венского леса. В эфире стремительная, как анаконда, программа «Эти забавные животные». Сначала поговорим о японских макаках. Их особенность заключается в том, что они живут в Японии. Они не отличаются от представителей своего рода ни весом, ни разрезом глаз, ни шерсткой, зато умны и организованы, как настоящие японцы. Итак, уважаемые юнаты, прошу вас все внимание на экран. Первый сюжет. Итак, уважаемые гости, дорогие друзья, какова будет судьба этого юного наглеца, который возомнил о себе не весь что? Я предлагаю вам три варианта ответов. Признают лидером, второй вариант, они его побьют, и третий вариант прогонят. Прошу вас, у вас 30 секунд, выбирайте свой вариант и отвечайте. Время! Thank you.
Итак, 30 секунд истекли. Владимир, последние штрихи этого замечательной картины — «Ромашковое поле». Так бы я назвал это произведение искусства, хотя, скорее всего, это избиваемый макак. Вы выбрали вариант, что они его будут бить. Почему? Ну, не знаю, я бы не потерпел такой наглости в коллективе, когда один съедает, забирает ведро со всей пищи и съедает ее в одиночку. Не хотите ли вы сказать, просто что в вашем коллективе творятся такие же вещи? Я ставлю себя на месте тех, кто подбирает крошки. Мне было бы на самом деле обидно. Я бы не просил этого Славе, допустим. Владимир едой делиться не будет ни с кем, поэтому он предпочитает избить наглого макака. Аплодисменты Владимиру Политову! Слава! Да. Вы тоже выбрали вариант «побьют». Кстати, не так давно в ваш дружный коллектив влился еще один участник. Да. Это господин Соколов. Паша. Не было ли у вас инцидентов? Ну, Паша, конечно... Нет, мы с ним не дрались, а больше ругались. То есть он интересуется жизнью настолько, то есть он спрашивает, почему это, а почему это, а Но почему? Он был похож на этого молодого наглого макака, который вошел и начал брать. Наглый, он слишком любопытный. Вот поэтому я от него всегда убегаю. А вот я думаю, что вот эта макака, ее... Я бы думал, что она будет бизнесменом. Угу. То, что такие качества, то есть она все себе, все как-то, все вокруг нее, то есть она такая... действительно побьют. Вот если бы Володя тоже так действовал, я бы тоже его побил. И Слава считает, бить будут. Это такой международный термин, как говорил хулиган Квакин. А Володя, это, по-моему... Поединок Тайсона с Холлифилдом, как раз когда Холлифилд бьет Тайсона, и Тайсон сейчас ему откусит ухо. Бить будут. Правильно я вас понял? Я хотел ухо подрисовать, но уже Итак, не работает. Будут ли бить макака? Да. Как? Морально. Морально. Но никто не простит ему такой наглости. Аплодисменты Владимиру и его вариант ответа я тоже принимаю. А кто прав? Может быть, макак станет изгоем, может быть, он станет лидером. Давайте узнаем. Смотрите сюжет. Произвол новичка продолжался недолго. И вот уже вся колония дает ему урок хорошего тона. Теперь-то он поймет, как нужно себя вести в приличном обществе. Аплодисментами мы отмечаем единодушное мнение музыкантов группы «Нана». Продолжаем нашу программу. Друзья, уважаемые юнаты, на Галапагосских островах обитает огромное количество птиц, разобраться в многообразии которых трудно даже специалисту. Но ваша воля к победе позволит вам, я уверен в этом, правильно ответить на наши каверзные вопросы. Внимание, сюжет! Галапагосские острова – место обитания огромного количества птиц разных видов. На пресных озерах можно встретить благородных фламинго, добывающих себе еду вот таким оригинальным способом. А на побережье этих маленьких птичек, которые роются в песке, желая, видимо, подкопаться под морского льва, загорающего рядом на пляже. Взглянув на развлечения галапагосских альбатросов, можно решить, что у них настоящая дуэль. Но на самом деле это не борьба, а танец влюбленных, в котором они выплескивают наружу переполняющие их эмоции. А вот вьюрку, так называют эту птичку, следует быть поосторожнее, ведь к нему с неизвестными намерениями приближается игуана. Игуана приближается с неизвестными намерениями к вьюрку. Я к вам, Владимир, и я хочу задать вам персональный вопрос. С какой целью игуана приближается к вьюрку, сокращает между ними разрыв? Я предлагаю вам два варианта ответа. Первый вариант – она хочет его просто съесть. И второй вариант – она хочет, чтобы вьюрок помог ей избавиться от паразитов. Ваш вариант. Ну, я думаю, что вот эта вот ящерица, игуана, она просто проголодалась. Видимо, как в первом случае с обезьянами, ей не досталось достаточного количества пищи, и она решила пополнить свой желудок тем, что попалось на глаза в первую очередь.
к сожалению, Володя, очевидно, вы не доедаете в своем коллективе. Барри Каримович, обратите на это внимание. Нет, игуана хочет, чтобы вьюрок помог ей избавиться от паразитов. Убедитесь в этом сами. Игуана пришла к вьюрку за помощью. Она никак не может избавиться от паразитов, и добрый вьюрок, конечно же, согласился ей помочь. Итак, все-таки не за едой шла игуана к вьюрку, а за очищением и за медицинской помощью. Итак, Слава, следующий сюжет будет специально для вас. Смотрите, не пропустите ни одного кадра. Внимание! Эту птицу называют большой фрегат. Один из самых красивых моментов ее жизни – брачный период. Привлекая самку, самец, что из силы, раздувает свой красный нагрудный мешок и, кажется, вот-вот лопнет от сознания собственной неотразимости. Молодые сильные кавалеры, похоже, сами получают немалое удовольствие от возможности покрасоваться. А вот этому ветерану рассчитывать, судя по всему, не на что. Его нагрудный мешок болтается, как сдувшийся воздушный шарик. Но вот, наконец, самка определилась в своих симпатиях, и счастливый избранник приступает к исполнению супружеских обязанностей. Вскоре на свет появляется пушистый белый наследник, требующий тепла, пищи и нежности. Итак, Слава, я надуваю свои нащечные мешки и обращаюсь к вам с вопросом, как самка фрегата будет кормить птенца. И предлагаю вам два варианта ответов. Первый вариант – она отрыгивает ранее проглоченную пищу. Второй вариант – птенец сам достает пищу изо рта матери. Ваш вариант. Я думаю, что все-таки самец... Ой, птенец. Можно и самец, если хотите. И самец, и птенец достают сами пищу из клюва матери. Вы абсолютно правы, конечно. Фрегаты достаточно самостоятельные птицы, как птенцы, так и самцы. Они берут и достают, и насыщаются. Давайте понаблюдаем за этим интереснейшим процессом. Птенец очень активен и сам достает пищу изо рта родителей, изо всех сил стараясь вытащить рыбу покрупнее. Итак, рыбка изъята, а я перевожу свой взор на Владимира. Владимир, теперь вам держать ответ. Я уверен, что с нашим испытанием вы справитесь и выйдете из него с честью. Внимание на экран! Самыми искусными рыболовами среди птиц считаются, конечно же, олуши. Их способ охоты достоин восхищения. Они камнем бросаются в воду с довольно большой высоты и со снайперской точностью хватают намеченную жертву. Олуши устраивают свои гнезда на земле, потому что их ноги не приспособлены к жизни на деревьях. Хотя некоторые из этих птиц умудряются держаться на ветках вполне сносно. В гнездо самка откладывает только одно яйцо. Итак, Владимир, скажите, пожалуйста, что делает самка олуши, прежде чем сесть на свое яйцо? Я предлагаю вам два варианта ответов. Первый вариант – она покрывает его листьями. Второй вариант – встает на него ногами. Ваш вариант. Одна олуши. Ша. Ша. Ну, как вам будет? Встает двумя ногами. Абсолютно верно. Смотрите, как она это грациозно делает. Прежде чем сесть на яйцо, олуша встает на него своими перепончатыми лапами. Делает она это для того, чтобы ее сокровищу было теплее. Аплодисменты, аплодисменты! Славе Жеребкину и Володе Асимову! Позор, позор юнату Политова! Продолжаем программу «Эти забавные животные». Следующий сюжет, уважаемые зрители и гости нашей программы, будет посвящен соперничеству крабов и осьминогов, в котором, кстати, осьминогам, как гигантам мысли, приходится постоянно повышать свое образование. Прошу вас, внимание на экран. Смотрим сюжет.
Любимая пища осьминогов – крабы. Поймать их достаточно сложно, они прячутся в узких норах. Поэтому молодые осьминоги, плохо владеющие техникой ловли крабов, часто остаются без обеда. Кушать, тем не менее, хочется всегда. Поэтому этим огромным моллюскам не остается ничего, кроме как отправлять молодых осьминогов на курсы повышения квалификации. Слушатели курсов подготавливают к любым неожиданностям, с которыми можно столкнуться во время охоты за крабами. Мало ли что встретится осьминогу на дне морском. Поэтому он должен уметь многое. Открывать тугие задвижки, проникать в норы необычными путями, обладать резкостью броска, хорошей координацией, настойчивостью в ловле и крепкой хваткой. Словом, должен быть неутомим и азартен. И кроме отличного зрения, иметь еще и специфическое чутье. Эта часть подготовки особенно сложна. Требуется большое упорство, чтобы научить осьминога обыскивать нору в полной темноте. В конце обучения слушатели курсов должны сдать экзамен, на котором осьминогам предлагается поймать краба в особо сложных условиях. Итак, окружающая осьминога среда становится все сложнее, сложнее и сложнее. Как поведет себя осьминог в сложившейся ситуации? Юнаты, смотрите, я даю вам три варианта ответов. Первый вариант – он отступит. Второй вариант – он перевернет банку. Третий вариант – он достанет краба, открутив крышку. Прошу вас, выбирайте ваш вариант. Время! Секунд пролетели. Слава, я вижу, что вы что-то там дорисовываете. Рисуйте быстрее. Володя, а пока я обращаюсь к вам. В погоне за едой, а это актуальная тема для вас и вообще в нашем сегодняшнем шоу, вы додумались до того, что осьминог перевернет банку. Но он же не достанет таким образом краба. Почему вы решили, что перевернет? А? Ну, он будет стараться открутить крышку, видимо, и ничего у него не получится. Не получится. Ну, да, естественно, возьмет и перевернет. Но он не отступит, потому что есть. Хочется. Нет. Аплодисменты! Аплодисменты Владимиру! Слава нарисовал ромашку. Любит, не любит, любит, не любит, любит, не любит. Это, к сожалению. Это осьминог. Это осьминог, который открутил таки крышку с характерным звуком и достал оттуда краба. Я правильно вас понял? Да, да. Почему? Он открутит, потому что очень кушать хочется. Аплодисменты Славе! Володя, достанем кру-крутиво. Открутиво. Открутиво. То есть он достанет все-таки краба, конечно, открутив крышку. Конечно. Почему вы считаете, что он додумается до этого? Я бы на его месте сделал бы точно так же. Вот я бы достал бы и открутил О, бы. Умный, умный Владимир Осимов. Давайте посмотрим, как-то оно было на самом деле. Осьминог сумел открутить крышку и достать краба. Экзамен сдан на отлично. Теперь этот моллюск никогда не останется без обеда. Аплодисменты! Опять звучат аплодисменты Славе и Володе, которые абсолютно верно ответили на наш каверзный вопрос. Да, осьминог достанет краба, открутив кружку, крышку и порицание. Юнату Владимиру Политову! Наша многообразная, многорукая программа «Эти забавные животные» продолжается! Начиная четвертый тур нашей программы, я хотел бы обратиться к мужчинам. Мужчины, представьте себе, что вы сидите дома, вам тепло, светло, настроение, в общем-то, неплохое, но чего-то не хватает, вернее, кого-то, кто бы скрасил ваше одиночество. Представили, теперь представьте себе самца, ската и ту, которая скрасит его одиночество. Итак, юнаты, даю вводную. В аквариуме безмятежно плавает скат.
Что он будет делать, если к нему выпустят самочку? Я предлагаю вам три варианта ответов. Первый вариант – он прижмет самку ко дну. Второй вариант – он поднимет самку на поверхность. Третий вариант – ваш вариант. Как вам заблагорассудится? 30 секунд, думайте и отвечайте. Время. Итак, 30 секунд пролетело. Владимир, судя по всему, скат прижмет самку ко дну. Но где вы видели у ската руки? Скажите, пожалуйста, Владимир. Это где-то абстрактные руки. Ага, это абстрактные руки страсти, которыми он прижимает ее ко дну. Я правильно вас понял? А почему именно ко дну? Почему не наверх? Ну, я бы просто сделал то же самое на его месте. Рукастый! Рукастый и страстный Владимир, аплодисменты! Славин сказал, я тебя люблю, и нарисовал тарелку с куриной ножкой. Это хорошо. Итак, что сия означает, Слава? Поясните, пожалуйста. Вот, если бы я был на месте тоже ската, я бы ее прижал бы ко дну и, значит, ну как... Сказал бы, я тебя люблю для начала. Нет, ты бы занялся делом. А я тебя люблю сказать? Ну, это сначала, а потом уже... Аплодисменты Славе. У Владимира Асимова прекрасная кастрюля, где готовится хороший наваристый супец. Да. Итак, кастрюлька, минутка. А почему все-таки, то есть, насколько я понимаю, все вниз, на поверхности ничего интересного, свет никто не любит, все любят темные дела и глубины. Почему? Тонем потихоньку. То есть вся страна и скаты вместе с ней катятся в пропасть. Аплодисменты Владимиру. О, кто же установит истину, мой зритель? Только эксперимент, только самец и только самка. Это их личное дело. Давайте начнем эксперимент. Уважаемый скат, я присылаю вам очаровательную гостью, которая отправляется прямиком к вам в аквариум. Внимание, внимание, внимание. Милый скат, обратите внимание, к вам пришли. Он меня слышит. Ну что же вы робеете, мой друг? И он отбрасывает робость и покрывает таки самку. Эксперимент завершается полной победой! Итак, из трех предложенных вариантов юнаты из группы «Инана» безошибочно выбрали правильно. Именно так поведет себя скат, если в аквариум к нему пустить самочку. Наступает время подведения итогов пятнистой и шипастой, как наши питомцы, наши скаты в программе «Эти забавные животные». Аплодисментов, наступает время подведения итогов, но я в замешательстве, юнаты. Дело в том, что у Славы и у Володи Асимова по 4 лошарика. Лошарика, а не пельшарика, как назвала их Нина Катышева из города Краснодара. Нина, мне это очень не понравилось. Итак, кто же станет победителем в сегодняшней игре? Решит этот вопрос загадка. Я сейчас ее вам загадаю, а кто первый на нее ответит и станет победителем. Итак, давно прирученное человеком, это животное считается упрямым, медлительным, ленивым и тупым. И по первому крику Владимир Асимов становится победителем в сегодняшней нашей программе, потому что он абсолютно точно воспроизвел крик осла. И вам, Володя, это туристическая путевка в Австрию, в очаровательную Вену, в Венский лес. Знакомьтесь с ее обитателями. Аплодисменты Владимиру Асимову. А вам, Слава, вот этот рыс. Этот рыс, зрительские аплодисменты и любовь всех-всех-всех юнатов в мире. А вам, Владимир,
Ипполитов достается эта чудесная обезьяна. Обезьяна, и все зрительские аплодисменты. Браво, 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 браво. Дорогие телезрители, наступает время прощаться. Я думаю, что сегодняшние 28, а может быть целых 30 минут мы провели весело и азартно. Ведь в эфире была самая веселая, самая экологически чистая программа «Эти забавные животные». Thank you.